Сегодня генсек НАТО пришел на заседание Совета безопасности Украины. Судя по всему, от Йенса Столтенберга у киевских политиков секретов нет. Петр Порошенко заявил о важности сотрудничества с Альянсом в условиях вооруженного конфликта в Донбассе и назвал это заседание историческим из-за участия генерального секретаря НАТО. В свою очередь генсек заявил, он считает, что развитие партнерских отношений с Украиной – это альтернатива членству страны в НАТО. Можно не входить в Североатлантический альянс, но успешно сотрудничать, сказал он. Напомню, украинский парламент ранее отказался от внеблокового статуса государства, однако эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.